Обеды всегда по расписаниям, а войны должны продолжаться. На этот раз конфликт у Телеграма с Россией. А еще кое-кто пригрозил устроить слежку в мессенджере. Но все пошло не совсем по их плану. В конце этого видео я впервые не буду предлагать вам подписаться на один очень интересный канал. Поэтому, как видите, сегодня есть о чем поговорить. Добро пожаловать на канал Телеграмер. Подписывайся прямо сейчас и не пропускай свежие новости лучшего в мире мессенджера. Европейский суд по правам человека объединил и коммуницировал жалобы Telegram, поданные в 2018 и 2019 годах, сообщает представитель мессенджера в ЕСПЧ, правовой аналитик международной правозащитной группы Агоры Дамир Гайнутдинов. Теперь у суда есть вопросы к российским властям по некоторым статьям в конвенции. Например, было ли нарушено право компании-заявителя на доступ к эффективным средствам правовой защиты во время рассмотрения дела о блокировке сервиса? Было ли нарушено право на справедливый суд при рассмотрении дела о штрафе? С полным перечнем вопросов можете знакомиться в посте главы Агоры Павла Чикова. Напомню, жалобы Telegram в Европейский суд связаны с двумя судебными решениями российских властей – штрафом на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ доступ к переписке и блокировка мессенджера на территории России. В комментарии к коду Дурова Дамир Гайнутдинов рассказал о дальнейших действиях ЕСПЧ и российских властей. Суд дал сторонам время до 28 января, чтобы обсудить условия возможного мирового соглашения. Если до этого времени достигнуть компромисса не удастся, у правительства будет 12 недель для подготовки ответов на вопросы суда. То есть в апреле получим позицию правительства. В принципе, мессенджер уже не блокируют на территории РФ, но вопрос со штрафом остается открытым. Позиция властей после этой новости молниеносно стала известна. Так, депутат Госдумы и член Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что Павлу Дурову следует отозвать иски против России из Европейского суда по правам человека. Об этом он написал в своем Телеграм-канале. Я считаю, что Павлу Дурову следует отозвать иски и сделать это не откладывая. Так будет честно и по-мужски. Также Горелкин добавил, что шум вокруг попыток блокировки Telegram пошел на пользу мессенджеру. Фактически, это была бесплатная рекламная кампания от государства. Он добавил, что раз сейчас Telegram не блокируется, сам Дуров высказывает про государственные идеи, хотелось бы узнать где, а вице-президент мессенджера приглашается на встречи на высшем уровне, то стороны уже нашли общий язык и должны пойти на уступки. Со стороны государства такая уступка сделана, и в Telegram ей рады. Было бы правильно сделать соответствующий ответный жест. Как считаете, Дуров и компании в итоге захотят все урегулировать мирным путем? Или, как говорится, пойдут на принцип? Пишите ваши мысли в комментариях. А вот о том, что высшее руководство Телеграма сотрудничает с властями, это не секрет. И какой неожиданный гость появился в мессенджере в виде канала, я расскажу далее. Но перед этим напомню о том, что в Телеграме есть много возможностей для заработка. Не стойте в сторонке и воспользуйтесь ботом Nemlin, благодаря которому вы можете организовать платную подписку на свои Телеграм-каналы и чаты по желаемым ценам. Бот вместо вас будет принимать деньги и допускать читателей к вашему ресурсу, чтобы вы могли сосредоточиться на создании контента. Раньше я выпускал отдельный обзор Немелинга, и сейчас у робота изменились цены на услуги, став максимально выгодными для вас. В тарифе бизнес вы платите только 1500 рублей за оборот до 60 тысяч в месяц, а в тарифе Unlim получаете безлимит на все услуги бота всего лишь за 2500 в месяц. При этом, как и прежде, остался бесплатный ежемесячный лимит на 5000 рублей. Ссылка на бота в описании. Горелкин был прав, сотрудничество Телеграма и властей России успешно продолжается. Так, еще в июле этого года вице-президент Телеграм Илья Перекопский успел выступить на панельной дискуссии с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Это случилось буквально сразу же после снятия блокировки мессенджера на территории РФ. Казалось бы, куда дальше? А вот, пожалуйста, теперь стало известно, что тот же Илья Перекопский и генеральный директор ВКонтакте Андрей Рогозов присоединились к программе испытаний российской вакцины от коронавируса. «Спутник 5», которую производит Центр Гамалеи. По словам Перекопского, вакцинацию он проходил в государственной клинике. «Вакцину я сделал как волонтер и считаю, что разговоры о рисках, основанные на ненаучных слухах, подобны суевериям, свойственны недалеким людям, которых, к сожалению, большинство. Я обсуждал этот вопрос с лучшими представителями медицины и науки». Перекопский не стал уточнять, делал ли прививку основатель Telegram Павел Дуров. И собирается ли Telegram после успешной вакцинации распространять «Спутник 5» среди сотрудников компании, вице-президент не уточнил. Интересно, а что вообще думает Дуров по поводу действий своего коллеги? Вряд ли нам станет известно, но ваши домыслы я жду все так же под видео.
Из отмененных новостей. Да, так бы я хотел обозначить этот пункт. Следственному комитету России захотелось мониторить упоминания о себе в СМИ, в социальных сетях, блогах Live Journal, на Ютубе и в мессенджерах Там-Там и Telegram. Тендер на все это дело был размером в 3-6 миллиона рублей, а следить хотели за многими популярными телеграм-каналами, среди которых Мэш, Двач, МДК, Караульный, Медуза и многие другие. А потом случилась магия. Причем в тот же день, 17 ноября, стало известно, что заявка СК на ежедневный мониторинг телеграм-каналов за 3,6 миллиона рублей была отменена. Причины неизвестны, но есть такие мысли, что отказ от мониторинга произошел на фоне бурного обсуждения этой инициативы в самих телеграм-каналах. Вот и сказочке, как говорится, конец. Уверен, что вы еще ждете, кто же там пожаловал на просторы телеграма. Об этом я расскажу ровно через 15 секунд, но сначала попрошу подписаться на мой канал, потому что это самый большой стимул создавать еще больше видео для вас. Готово? Поехали дальше. Так вот, вы даже, возможно, не поверите, но Роскомнадзор появились в Телеграме. Они боролись с главным злом России в течение пары лет, но вот сдались и в пятницу 13-го в своем твиттере сообщили, что пришли в Телеграм. А еще в тот же день ведомство решило аккуратно порекомендовать российским журналистам и СМИ переходить на отечественные платформы, ибо на западных то и дело, что блокируют и ограничивают свободу слова. Просьба объясняется тем, что тот же YouTube все чаще блокирует, маркирует и применяет меры ограничения к материалам российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации. Не зря же ведомство потребовало от Ютуба вернуть в тренды видео Владимира Соловьева. Короче говоря, все серьезно. Уверен, вы, конечно же, пользуетесь Телеграмом, но на канал Роскомнадзора настоятельно рекомендовать подписаться я не буду. А вот что хочу сделать, это попросить поддержать продвижение этого ролика в массы. Просто кликай на палец вверх, за что я буду очень благодарен. На сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Это канал Телеграмер. Подписывайся и будь на волне тренда.